Да, конечно, я выйду на правую, чё, ну, типа, я хочу на правую хотя бы в шестерку попасть, потому что я думаю, это вообще как бы в моих силах, вот. А может быть, еще с кем-то зацеплюсь, потому что, вот, например, я чемпионом мира, короче, зацепился на левом, там, конечно, там 2 секунды было, да, но я почувствовал даже на свою травмированную руку то, что, как сказать, ну, с ним можно бороться, ничего такого прям очень феноменального нету, ну, сильный, ну, соответственно, но очень такого прям, чтобы он прям заоблачный был, нет. Но он третьим стал, короче, чемпионом мира. Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, why you wanna compare? Armstrong YouTube channel.